Здорово-здорово, ребят, с вами Булкин. Добро пожаловать на новенькую серию по нашей любимой с вами игре МТА. Друзья, играем, как всегда, на CCT Planet сервер номер 2. Ну, точнее, не то чтобы любимой игре, а я думаю, что даже больше правильнее сказать любимом сервере, потому что все-таки действительно уникальный сервер с кучей возможностей и на котором действительно интересно играть, друзья. Итак, значит, что у нас нового произошло? Последнее, что произошло, это, собственно, мы купили мотоцикл, друзья. Ну и я решил, что, в принципе, в следующей серии, то бишь сегодня, мы, друзья, с вами займемся тем, что будем трюкачить на... ну, не только на мотоцикле, на самом деле, на мотоцикле и на машинах, я думаю. В принципе, многие поддержали эту идею в комментариях, поэтому, друзья, падать с мота мы убираем. И я думаю, что приступаем. Значит, наша задача, в принципе, у нас Сан-Андреас большой штат. Точнее, тут даже три целых города получается: Лос-Сантос, Сан-Фьерро и Лас-Вентура, с которых можно очень много где потрюкачить, друзья. И, собственно, наше преимущество, то, что мы можем не падать с мотоцикла и можем просто все что угодно практически делать. Также мы можем чиниться мгновенно. И мы, в общем-то, неуязвимы, друзья. Это, знаете ли, то же самое, что играть в GTA просто-напросто с модами, но еще и в онлайне. Друзья, ну что ж, этот бешеный мотоцикл, мне кажется, способен на многое. Вот первый трюк, ну такой, знаете, конечно, не особо четкий, но, в принципе, довольно-таки неплохой. Спасибо, автобус, спасибо. Начнем мы на мотике, потом, если что, продолжение сделаем на автомобилях каких-нибудь. Итак, друзья, я предлагаю, ну, чисто рандом, я думаю, чисто рандом, потому что... Ой, сейчас бы мы слетели уже с байка, если бы не эта хрень. В принципе, начнем с Лас-Вентураса. Значит, что тут можно сделать? Тут можно разогнаться и замечательно прыгнуть вот на этих вот... вот, ну вот сейчас вот здесь вот, смотрите, на разделительный. Блядь, что-то не получилось. Блин, если бы я дальше поехал, это было бы эпичнее, на самом деле. Так, ладно, ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Вот сейчас должно получиться, друзья. Штраф отличный, спасибо. Вот это лайк, друзья. Вот если бы я еще дальше поехал... Понимаете, я не задел ни щит. Оу, щит. Короче, это получилось реально как-то очень классно. Так, а если попробовать... Ебануться! Бля, приветик, мама, я приехал. Называется сейчас кадр, друзья. Вообще жесть какая-то. Просто подлетаешь даже там, где ты этого не ожидаешь. Сука, это реально меня рвет. Вот серьезно, это... Можно так веселиться, просто что пиздец. Реально, тачка чинится, точнее, мотик. Все что угодно происходит. Ой, сейчас бы сальтуху навернуть в 2016, но не получается, друзья, что-то. Ладно. Так, дрифт на мотике, это, конечно, хорошо. Блин, дрифтовый на... И прикиньте, дрифтовый этот сет поставить. Ну, типа, чип. Будет вообще пиздец. Так, можно как-нибудь камеру пролететь так, чтобы она меня не сфоткала? Сейчас как раз тут где-то камера, но нет, она меня, скорее всего... А, не сфоткала. Так, ну эти, конечно, трамплинчики трамплинчиками. А если поехать куда-нибудь в город, попробовать внутри? Тут что-нибудь вот типа так... Нет, тут мы не перелетим, конечно. Бля, я сейчас на самом деле, реально, знаете, вот, верните мой 2007 в прямом смысле этого слова, потому что я просто вспоминаю, как я раньше залипал, когда вышла GTA 4, когда еще только был тот же San Andreas, я смотрел кучу роликов, еще даже не на YouTube, на других видеохостингах, короче, как чуваки реально делали монтаж, я думаю, ну, многие моего возраста люди смотрели, вот, напишите в комментариях, если вы тоже, всякие, знаете, стант-монтаж, это было так охуенно смотреть, когда чуваки там такие невъебенные трюки творили, и вот я все позабыл. Vice City даже такой хуйней страдает. Да вообще во всех GTA такой хренью страдали. Так, а если мы вот сейчас вот тут как-нибудь... Нет, тут не получается. Есть там куча всяких, даже учитывая, что, ну вот, не включать этот... Выкинуть из головы этот чип, взять обычный San Andreas, в котором, естественно, нет никаких ускорений, и просто без всяких тренеров, там, читов играть, тоже была такая штука, то есть рассчитанная реально именно на обычную скорость. А у нас тут еще вдвойне просто выше скорость, и мы можем реально все что угодно делать, как угодно летать. Можно я проеду? Спасибо. Покупка несколько... Можно я не хочу платить, я плохой мальчик. Я... Спасибо, спасибо, чувак, спасибо. Так, погнали. Так, окей, ладно, погнали. Что... Я думал, я быстрее всех, но меня как-то, знаете, Е39 как стоящий обогнал. Значит, у меня все-таки не тот чип, который нужен. Ну, блядь, все, в принципе, все равно ебашит как на... Оу! Я себе сейчас на автобус залетел. Вообще похуй на штрафы. Когда ты... Блядь! Это было реально стрём. Ну-ка, от первого лица видок-то. Ой, блядь, лагает сейчас. Мы рынок проедем. Ребят, вот это вообще пиздец. Стоп, скорость пишется? А, нет, она всегда 298. Сейчас, друзья, лаги пройдут. Ну, блядь, я на дыбы встаю. Так, ладно. Друзья, попробуем. Я не знаю, насколько это будет получаться, конечно, круто, но... О, господи. Я похож на наркомана какого-то. Блядь, камера, высь! Куда ты... Блядь, что там происходит-то?
А, мы вылетели просто, ну ладно. Так, ладно, погнали в ЛС. О, вот эти, кстати, тоже прикольные штуки, но что-то я раньше времени подлетел, подождите-ка, ну-ка. На них да, кстати, ну-ка подождите, я попробую. Мы попробуем сейчас что-нибудь как-нибудь здесь эпично подлететь, потому что они настолько здесь классно торчат. А когда торчит, я люблю, что торчало, вы знаете, я думаю. Так, тормоза, кстати, такие не особо крутые, но в принципе нормально. Так, ох, блядь, дрифтит она аж как пробуксовый. Так, фига. Ой, я шикнул. От скорости. Вау! Ну, могло быть, конечно, пожестче, но что-то как-то, знаете ли. Ладно, в принципе. Блядь, это реально весело, мне кажется. Это реально весело. Так. Хорошо. Хорошо, что можно тут? Прям можно. Вообще похуй едешь и все, Васек, блядь. Вот так вот. И сейчас и дальше по трассе еду. Нет, к сожалению, что-то меня тут перекосоебил немножко. Так, ладно. Блин, она реально пробуксовывает на этой, на всякой такой, не на асфальте, короче, а если другая какая-то поверхность, то пиздец, короче. Так, мама, я валю... Оу. Ой-ой-ой, расколбас какой поймали. Так, ну-ка, кто-то лям выиграл в казино, как всегда, не я. Хотя я лям выигрывал, но... Блин, когда вот видишь реально, что 15к выигрывает, это, конечно, вообще жестко. Бензин кончается, ребят, надо срочно на заправку, валим. Так, сейчас, давайте попробуем, я не знаю, что из этого получится, но черт! Да, нет, я должен был немножко по-другому это сделать. Так, 2 литра, давайте-ка мы заправимся, а то реально это как-то немножко сейчас можем встать и будет обидно. Так, ладно, придется купить билетики, потому что все-таки они нужны, а покупка несколько, добавить. Вот я думаю, что... Ой. Все. Поехали. Открывай. Алло. В смысле? Один проезд убран, и шлагбаум не открылся. Это нормальная тема? Бля, я проеду, короче, на халяву, окей. Блять, проехал. О, 14. А, нет, все-таки нормально, тогда все окей. 1 литр, друзья. 1 литр, и до заправки еще чуть-чуть, и нам нужно докатиться. Я глушу двигатель. Отлично, мы докатываем. Блять, аккуратно. Отлично. Ну сюда уже сейчас доедем. Отлично, все. Отлично. Заправляемся. Ух, 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 17. Все, 17, 17. Друзья, ну, в принципе, можно в СФ. Конечно, можно в аэропорт какой-нибудь поехать, но это слишком банально. Меня больше приказывают, знаете, такие рандомные трюки, которые появляются просто из ниоткуда. Когда там где-нибудь подпрыгиваешь, куда-нибудь залетаешь, и получается что-то эпичное. Поэтому мы сейчас прям по лесу поедем. Кстати, как он по лесу? Наверное, из-за пробуксовки мы даже не сможем здесь ехать. Хотя... Да нет, вроде едем. Бля, это жесть вообще. Это просто пиздец какой-то. Оу. Оу, блин, такая скорость это. Слушайте, а если я... Блять, ёбаное дерево! Так, стоп. У меня есть интересный трюкчанский, который я сейчас приготовлю, друзья, для вас. Если я его выполню, это просто пиздец будет. Хотя, в принципе, наверное, даже ничего сложного я и не почувствую, но все равно. Сейчас мне дерево просто помешало. Я думаю, многие уже догадались, да, что я собираюсь делать. Так. Кстати, друзья, ставьте обязательно лайк и пишите комментарий, если вы хотите еще таких серий с трюками. Мне кажется, мы сегодня даже только мотиками займемся, потому что... Так, сейчас мне главное, чтобы у меня получилось... Пиздец! Неровности, блядь. Хорошо, ладно, похуй. Сейчас я, друзья, я... Его просто... Да сука, что ж ты так буксовываешь-то? Просто бешеный мотик, друзья. Так, разворачиваемся. Аккуратненько. Все, попробуем. Если не получится, но будет опечально, конечно, но... Я очень надеюсь, что... Блядь! Нет, сука! Тварина, блядь. И где нам теперь всплыть здесь? Ой, бля, я сейчас буду плыть, по-моему, очень много. Блядь, что придумать-то? Я просто... Блядь. Блядь. Куда плыть-то? Тут же... Друзья, ну придется уйти на паузу, потому что я хз, что вообще делать. Ребят, я просто обязан сейчас... Я просто обязан сейчас поблагодарить этого чувака. Я, короче, просто у меня была безысходность. Я, наверное, плыл бы сейчас дохуя времени. Я проплыл 5 минут, думаю, напишу в репорт. Может быть, жалится надо мной кто-нибудь. Может, из админов кто-то в сети. Меня ванило. Это админ оказался. Я вообще первый раз, если честно, его вижу здесь. Он меня вытащил и заспаунил Макларен. Макларен, блядь, тот самый, который, кстати, мне тоже писали в комментариях, чтобы я его купил. Ребят, он стоит дохренище денег. Я на нем ни разу... Ебать, это его, что ли? Ёпта, как мне сейчас повезло. Ребят, мы на Макларене. Ебать, что с ним происходит? Он вообще неуправляемый, ребят. Он по прямой вообще не может ехать. Его, знаете, такое ощущение, что это подвеска от рейндж-ровера какого-то на нем установлена. Он такой валкий, что пиздец просто. Я не знаю даже, я не могу на нем разогнаться тупо. Сука, сколько он... Ебать, он дрифтит. Я даже не понимаю, как охарактеризовать его, ребят, управление, но...
Раз уж нам его сегодня дали, просто этот тест-драйв Макларен, друзья, это точно заслуживает лайка, потому что пиздец, я не ожидал, что я сегодня на нем покатаюсь. Ой-ой-ой, блядь, на двух колесах, что мы творим? Я даже не знаю, как разогнать его до полной скорости, потому что он настолько дикий, просто дичайший аппарат, друзья. Я не знаю, здесь либо это, ну, админская тачка, либо он ее заспаунил, но судя по тому, что здесь стоят номера какие-то, я не знаю, может быть, это его машина? Блядь, 3-4... Блядь, ёбаный! НЕЕТ! А, ты уж тут? Блять, я угандошил Макларен, сука. Ванила, я тебя обожаю, серьезно. Как же ты... Вот, во-первых, сейчас 12 часов ночи, спасибо. Спасибо. Поехали чип поставить. Ебать! Ёпта. Поехали. Блять, что происходит, ребят? Вот эта серия. Вот эта серия удалась по полной программе. Я не знаю, это его тачка, походу? Нихуёво админы живут. Я бы тоже хотел на... Бля, он, знаете, он и драговый, и дрифтовый, он еще на двух колесах валит. Он просто бешеный дича... Эй, блядь, сука, он дикий, пиздец. Я боюсь его, блядь, это жесть вообще. Я, бля, буду, он вообще классный. Сука, у меня эмоции, ребят, от сегодняшней серии. Такой серии я еще не видал, серьезно. Это такой пиздец сегодня творится. Вот лучшая серия, по-моему, за все время. Потому что... Такой пиздец происходит. Мы катаемся на... Блять, я боюсь улететь, потому что мне кажется, Ванила скажет, что я долбоёб полный. Ну, я уже второй раз его сейчас могу утопить. Но мне кажется, это не его, на самом деле, машина, хотя хрен знает. Блять, пиздец, он дикий. Я просто не могу его удержать. Ребят, это не охарактеризовать это управление никак. Просто дичайший аппарат, как... О, блядь! О, щит. Да, ребят. Где еще такой хуйней можно позаниматься? Это пиздец. Это просто пиздец. Так, ладно. Мне по кайфу кататься. Где у нас тут ближайший чип? А, по прямой сейчас так поедем. Бля, я не могу ее просто по прямой держать. Она настолько бешеная. Я даже не знаю, какая скорость максимально это была. Дикий аппарат. Я вот что могу сказать. Это просто пипец какой-то. Это такой пиздец. Это вообще просто пиздец пиздецкий, я бы сказал, ребят. Вообще жесть жестянская. О, господи. Я не знаю, его это или не его, серьезно. Подождите, где-то тут у нас есть этот чип. Чип где-то тут. Подожди, где тут чип, блядь, ставить? Я просто уже заблудился, нахуй. Где-то тут же у нас. А, блядь, не тут. Сейчас. Сейчас все будет. Так, сейчас. Ребят, сейчас. Я главное удержать эту машину. Он что-то пишет. Вот, вот тут вот. Так. Если... Блядь, он сейчас без чипа, ребят. Он без чипа сейчас, этот Макларен. Как он, сука, будет ехать? Как он будет сейчас ехать? Да... Садись. Блять, я сейчас охуею, мне кажется. Ребят, можно сразу меня сейчас просто откачать, потому что я не думал, что я сегодня покатаюсь на Макларене, который был без чипа! И сейчас он будет с чипом. Он сейчас сколько ехать будет, простите меня. И как он будет ехать? Конечно, это походу в стоке у него такая управляемость ебатливая. Реально, пиздец его просто Я не знаю, как это, ребят, у меня слов не хватает, потому что сегодняшняя серия просто у меня на эмоциях вся. Да нет, не моя, чуваки, не рано поздравлять еще. Все, можно оценивать. Да это не мой, чуваки, вы че, я не знаю, это, я, конечно, может, ебанусь когда-нибудь и задоначу, но сейчас... О, господи, он реально стал управляться. Ребят, вы готовы? Я сам не готов еще, честно говоря. Он едет-то, блядь! Сколько он едет? Мама! 480! 480 километров в час, блядь! Сука, это пиздец, я хочу его, ребят! Блядь, в космос, на! Творит, блядь. Это не мой Макларен. Это, блядь, что? Что происходит? О, господи, он 480. Я вообще похуй просто, блядь. Блядь, где мы? Кто мы? Завод, привет. Я просто в шоке. Вылетаем, как долбоебы. Это жесть.
Ребят, я не могу, у меня реально эмоции, это вообще жестяк какой-то. Мы начали просто с трюков, оказались на Макларене, пиздец, который валит просто нереально как. Да, я снимаю, чувак, я просто, ты поймешь потом все сам. Я не знаю, как ты держишься, может, ты катался на Макларене, но я не катался ни разу, и мне как-то, знаете, очень... Ой. Ребят, знаете, это стоит того, чтобы задонатить мне потом как-нибудь. Потому что это кобздец какой-то! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, чё он делает, ребят, я не могу больше, пиздец. Нет, нет, так, ладно, я лучше на крышу, хотя, в принципе, да, да, снимаю, 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 снимаю. Так, зеленый гелик, который нас догоняет, просто нет равных, друзья. Я от мотоцикла в прошлой серии охуел, сейчас я охуеваю от Макларена. Нет, я знал, что он едет под 400, но щипа он 480. 480 километров в час. Блять, как он успел открыться вообще? Блять, как все прорисовывается? Блять, ебать, я не могу остановиться, чувак. Где мы? Ребят, я думаю, что нет, может быть сейчас многие подумают, что я долбоёб, ребят, но вот кто просто понимает мои эмоции, ставьте лайк, потому что это кобздец. Я не могу, серьезно. Я делюсь с вами реальными эмоциями. Это вообще жестяк. Слушайте, у нас сегодня больше тест-драйв Макларена, нежели трюки. Трюки мы обязательно тоже устроим в следующий раз. Еще тоже. Так что, если вы поддержите эту идею, ставьте лайк, пишите комментарий, как я уже говорил. Я уже заговариваюсь, друзья, я не знаю, что делать. Я сейчас готов всю ночь кататься на нем. Макларен Булкин. Да нет, будет слишком жирно. Если бы у меня был в реальной жизни Макларен, то еще ладно, но так как-то не очень. Я лучше сам задоначу как-нибудь. Если, конечно, созрею, но это надо очень, наверное, жестко и очень много на него донатить. Я просто готов летать. Нет! Ребят, я думаю, что на этой ноте мы закончим, потому что я сейчас реально расхуярю весь сервак, наверное, этим Маклареном. Я, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк за этот пиздец. Это лучшая серия ПМТА, которая только была. Подписывайтесь на мой канал, если тут впервые. Обязательно ставьте лайк за это безумие. В следующей серии, друзья, мы, скорее всего, либо потрюкачим, либо я не знаю, чем еще займемся, но... Это как? Это как и что это? Какого хрена Субару плавает? Чувак на Субару поплыл. О, у меня Ванила уже ждет с машины. Ребят, все, большое спасибо Ваниле за... за этот пиздец, который он просто реально устроил. Все, друзья, если вы хотите еще, чтобы я... Если вот Ванила будет на серваке, я буду теперь у него... Согревет даже в воде. Я буду просить его, если вы хотите, буду просить еще Макларен, чтобы покататься на сериях. Это такой пиздец. Просто вообще вышка, ребят. Ой, бля, я не могу остановиться, ребят, но... Надо... Пора заканчивать, серьезно. Пора заканчивать. Круиз-контроль надо врубить. Давайте попробуем. Просто вот единственное, что мы сейчас сделаем, мы включим круиз-контроль. Сейчас. Я сейчас выйду немножко, сейчас. Мне кажется, мы уплывем просто пиздец куда-то. Но сейчас, куда тут можно поплыть? Так чтобы не на другую сторону куда-то этого. Сейчас, подождите. Я включаю круиз-контроль. В натуре плывешь. Ребят, лайфхак. С круиз-контролем ты можешь плыть. Надо скорость. Прикиньте, 480 круиз рубить и поплыть. Это пиздец будет. Все, друзья, есть еще много чего протестировать. Все, всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.